Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Робби, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Модкарт, у нас FNAF 1, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня я буду аниматроником, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду начинать. Я по-другому сделаю, Димас. Давай. Говно! Ах ты ж. Не получилось, да? Так, ребята, от первого лица делаем. Ночной режим активирован успешно. Во! Отлично. Так, давайте возьмем кого-нибудь еще прикольного. Где этот? Серега, какого аниматроника ты больше всех боишься? Ни одного. Никого не боишься. Ой, где-то. А я могу хавать мины ваши? Ого! 500 жизней нормально. Ух ты, что у вас тут за... Ай. Что ж ты не смотришь по сторонам? Я думал, там Серега выходит. Не, меня там нету. Да как это нету? Вот ты идешь. Да говно не успел. Так. Кто у нас тут есть такой? Мы классные пилпаки еще добавим. А выходит ино раз новое, но не такие фуфлыжные. Такс. Ой, кто свет отключил? Вообще темно. Я отключил. Воу, необычно. Хорошо, давайте пусть будет так. Чпонь, хорошо, что у нас есть вот ночной режим. Я бы заблудился. Ночной режим, говоришь? Это я включил свет, да? Да. Нет, ты не включил. А теперь ты включил. Так, отлично. Давайте сюда спустимся. Ага, дверь закрыта. Эй, ты чё, мины тут на столе навалил? Так, пацаны, я иду к вам в офис. Я чё, тпхаться не могу, этот пилпак не может тпхаться. Давайте возьмем, кто может тпхаться. Серега, я иду к вам. Давай. Блин, а чё она не тп... Она тпхает через жопу. Как ты ж... А как она через стену убивает? Это же старый пилпак. Какой-то. Ну нафиг! Ты что, половину жизни сразу вынесли? А это над всех, ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, мы стараемся для вас. Серега, ну опять ты это говно бросаешь, да дай мне пройти как-нибудь. Не дам пройти. Я сам. Сам не можешь стрелять. Не пофиг, самопожертвуйся. Все, я ушел. Да, что-то с трудом верится. Ушел. Да ушел. Я на сцене, камеру включите, я на сцене посмотрю. Не-не-не, ты не ушел, я тебя видел. Я на сцене. Нет у тебя на сцене. Да вот ты тут, блин, на сцене. Да ну блин, вы не сильно умные охранники, я хотел, чтобы были тупые. Ладно, это немножко не с той серии. А где они? Да нифига себе, хорошо, я вот это взял сейчас плюш-трапа. Ой, баллон боя. Кошмарного, не буду его менять, пока вы не вынести все жизни. Осталось 3500 жизней, поэтому не так уж и много. Ну, Димас, ты сам напросился. Я ушел. Ты не ушел, твоя тень видно. Какая тень? Точно, от говна. Ты там еще, я знаю, я все вижу. А я знаю, что ты там. Он пошел в другую сторону. Да вы задрали это говно красное бросать. Hello. Да блин, вы задрали, у меня морда вся красная. Пацаны, а как вы сами выйдете? Никак. Молча. А это же на расстоянии бьет. Буду вас мочить на расстоянии. А, я дверь удалил на кухню. Я вижу тебя, как ты в проходе на картофанах сидишь и бросаешь. Вижу, палишься, Серега. Это какой-то челлендж. Как мне теперь пройти к ним туда? Я же тпхаться могу. Точно.
Выходите! Че вы там сидите? Серега, ну выходи, пожалуйста, погулять. Не-не-не. Ну пожалуйста. Не-не. Ну хочу выходить, чтоб ты гулял. Не-не. Блин, да как я не убил, да как? Ага, Серега. Мы с ним ударились головой в лоб, и я не замочил его. Но это нечестно. Прямо двери стоишь. Ты задрал дамажить. Так. Что ты там делаешь, а? А что я вообще включил? А, ничего не включил. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Подождите, а куда я пришел? Ты где, Серёг? А, вот. Я тут чумной, я это, в вентиляции сижу. А, окей. В вентиляции сидишь, да? Угу. Испоганься. Уже. А как ты меня увидел? Интуиция. Есть! Ты говно, а? Наконец-то, я в невидимке был, Серега. Говно. Да ну блин, я не успеваю, буквально секундочку не хватает. Блин, дверь её прибили. А я вас что, не задамажил? Дверь тебя сломалась, блин. Димас, все, разозлив ты меня. Да как, ты взял это мощное оружие? Нет, другое. А, вот так, значит. Я к нему со всей душой. Да, оно... убиваешь. Ну давай, иди сюда. Да, вот, иду. Ого. Ай, ты что творишь? Тихо. А, ты мины ставишь, засранец? Нет, я не мажорником играю. А что там? А ты где? Отлично, там, отлично, там, давай, там, следующий, там. Кто у нас тут-то? А я живой. Давайте, идите сюда, я вас тут в шахте жду. Ого, дурак что ли? Обычно я только так делаю. Что наш? Ух ты! Да ну как? Сережка, хорошо, давайте еще раз. Мне мало. Опять. Пацаны, а вы где? Где? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, простреливай! Что ты еще делаешь? Отлично! Я вообще вслепую стрелял, я не видел тебя. Он ладно, можно посерьезнее. Отлично, отлично! Сериал, ты сходишь по сериалу, сейчас будет по серьезно. Извини, посмеяли. Видел. Ого! Вы психи что ли? Значит, режим активирован успешно. Ого! Да легче! Алёш, ну. А? Ты чё такой псих? А, блин, я боюсь выстрелиться, а где Димас все это время? Убил. А, там это... прихожий был. О, ё-моё. Так, сидим, ждем. Нормально, у нас война. Но я пацанов пугаю все равно.
Ой, и обстоятельства. Да блин! Ты админский пистолет что ли взял? А почему бы и нет? А, ну хорошо, хорошо. Хорошо, я тогда возьму не админский пистолет, а что-то другое. Я не хотел, ребята, этого делать, мы сами напросились. Понял, да? Так ты говно, а? Ну все, Димас, это бан. Ах ты ж, Димас. Давай, заходи в туалет, я тебя жду в туалете, секунд. Давай. Аллах Акбар. Я живой. Ты мёртвый. Давай еще последний раз дуэль. Вот последний раз. Давай, Серега, хорошо. Только без ядерки. Ты админский пистолет, я этим додиком. Погнали. Я в туалете, сразу говорю, заходи. Ну, заходишь? Ах, обманщик ты сраный. Я в туалете, алло. А, ну конечно, пистолет против этого говна, которое... Ой-ой-ой, так больно, я зашел на себя дамажу. Я не могу их убить физически, не могу никак. Есть, слили тебя наконец-то. И хитро, ну что ж, если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рубом ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!